Медведев, вчера состоялся долгожданный старт нашей криптосистемы Synchros. Старт произошел очень прекрасно, без всяких сложностей, благодаря нашему мощному серверу. Значит, на главной странице сайта мы видим, что у нас больше 5000 регистраций. Здесь у нас идут регистрации, топ-пригласители, выплаты. Здесь рекламная баннерная площадка и живая очередь 25 уровней с участниками и турбороботами. И здесь неважно, кто кого пригласил, все идут в конец очереди. Поэтому здесь одна большая живая очередь. Давайте посмотрим маркетинг. Здесь мы зарабатываем с вами криптовалюту эфир. Для участия необходимо пополнить баланс на 1/100 эфира. То есть минимальное пополнение баланса 1/100 эфира. На данный момент это получается где-то $1.80. Дальше, после того, как вы нажимаете кнопочку старт, с вас списывается 1/10 эфира. И ваш аккаунт становится в очередь, и ему присваивается номер. При каждом пополнении баланса получаете рекламные кредиты на наш товар. 20 тысяч рекламных кредитов на рекламу своих сайтов. Маркетинг точно такой же, как и микросистема Stackers, которая очень успешно у нас работает уже с мая месяца. Видим, да, точно так же в каждом уровне по 3. Значит, первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, все точно так же. И когда мы выходим на 7 уровень, то на балансе у нас появляется 1/100 эфира. Выходим на 8 уровень, 0,02 эфира. Потом 4 и так далее, и так далее. Скорость здесь зависит от количества участников. Чем больше количество участников, тем больше роботов, тем, соответственно, быстрее скорость. И сроков выхода на эти уровни здесь нет. Ну и так далее. 25 уровней. Эксклюзивная трехуровневая реферальная программа. Вы начинаете получать по реферальной программе, когда ваши рефералы переходят на 5 уровень. Точно так же, как и в микросистеме Stackers, только здесь все это в эфирах. Получаете сами в эфирах, и реферальная программа тоже в эфирах. Активно здесь 0,3 эфира для генерации трех роботов. Соответственно, минимальное пополнение баланса 1/100 эфира вам хватает на 32 дня движения. Точно так же здесь можно делать мультиаккаунты по своей реферальной ссылке, которая будет являться вашими рефералами. И можно делать дублеров, которые являются собственностью того аккаунта, в котором они делаются, но они не являются рефералами. И еще такой момент, что активность за дублеров будет списываться с общего баланса аккаунта, в котором они сделаны. Поэтому очень внимательно подумайте, прежде чем сделать дублеров, иначе у вас денег просто не хватит. Если денег у вас на балансе для оплаты активности недостаточно, то, соответственно, ваш аккаунт не двигается. И дублеры точно так же, как и в микросистеме Stackers. Поэтому следите за своим балансом. Ну и на примере одного из моих аккаунтов, стартовавших вчера, посмотрим личный кабинет. Он такой же, как и в микросистеме Stackers, повторюсь, только здесь получаем в эфирах. В разделе «Баланс» у нас вся наша финансовая история идет. Очередь мы видим от своего уровня и ниже. Точно так же у нас все открытый и прозрачный раздел «Очередь». На данный момент у нас практически 2800 активных участников, это включая мультиаккаунты и включая дублеров. И поэтому сейчас вот при таком количестве активных участников каждые сутки в конец очереди будет заходить больше 8000 роботов, которые будут двигать участников на выплаты. Поэтому здесь очень простая формула. Чем больше количество активных участников, тем больше роботов и тем быстрее скорость. Повторюсь, сроков здесь нет. Здесь вы видите ваш уровень, здесь вы видите ваш номер. Повторюсь, что ваш номер может не меняться. Он может идти до самого конца, оставаясь точно таким же. Меняется у вас уровень. Уровень номер 2, уровень номер 3, 4, 5, 6, 7. Как только появляется уровень номер 7, вы получаете первую выплату на баланс. Как только у ваших рефералов получается уровень номер 5, то вы, соответственно, получаете первое реферальное вознаграждение. Поэтому модуль стартовал. Это шестой наш сайт, повторюсь, в нашей системе. Значит, у кого будут вопросы, обращайтесь. Приглашайте, все прекрасно работает. Здесь мы с вами
будем зарабатывать криптовалюту эфир, которая будет сама по себе расти. То есть здесь у нас три вида заработка: по маркетингу, по реферальной программе и за счет роста курса валюты эфир. Поэтому всем удачи и пока!